Видання «Ле Монд» писало про те, що Україна та Російська Федерація провели перемовини при посередництві Катара у Дохі на початку серпня та домовилися не наносити більше удари по енергетичній інфраструктурі. Але Російська Федерація розірвала цю домовленість через Курськ. Міністр енергетики Галущенко прокоментував цю ситуацію і спростував всі ці дані, сказавши, що Україна не веде переговорів з терористами, а розмов через посередників також не проводились. При цьому він говорив, що на рівні формули миру говорили про відновлення енергосистеми із партнерами, а не про атаки. Романе Григоровичу, так тоді можна який висновок зробити, що Російська Федерація тоді замовляє такого роду статті у західній пресі? Ну, якщо відірватися від статті як такової і взагалі не бачити, допустимо, цю публікацію, а от ми скільки з вами говоримо про те, що перестали бити по російській енергоструктурі. Не по генерации, энергогенерации, не по энергораспределению, не по нефтеперерабатывающим заводам. За НПЗ я сколько говорю? Несколько недель. Ну вот просто так это ж не происходит. Работаем, 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 но то раз, как бабка пошептала. Помните, мы про бабку говорили? Эта бабка могла сидеть и в Белом доме, а могла и в Киеве сидеть, и в Москве, и в Дохе, чи в Дохе, как там правильно эту столицу называют. То есть где-то эта бабка посидела, естественно, пошептала, и прекратились удары по российской энергоструктуре, естественно, прекратились удары и по нашей в том числе. И потому возник вопрос, а что это было? А дальше уже можно инсинуации набрасывать какие угодно, там прямые переговоры. Переговоры через поцелуй, через платочек, через третью там какого-то контрацептива, это же мы тоже сколько проговаривали, то есть это же та же самая, те же продукты по 17 гривен только в профиль, да, то есть это то же самое, но это все производило, то есть происходило однозначно, потому что не работает, у нас до сих пор не работает, там вот взрыв в Омске, ну это скорее что-то технологическое или наши друзья казахи старались. Омский самый мощный НПЗ. Сегодня там взрыв на одном из технологических процессов произошел. Там 20 миллионов тонн по году перерабатывает нефти. То есть до сих пор не бьем. И не били, по крайней мере. Я думаю, сейчас уже, наверное, ну, эту бабку, кто там ей бы, наверное, голову отвернул бы, уже, может, похоронили бы эту бабку, и дальше начнем работать по российской энергоструктуре. Дело в том, что они у нас уничтожили все НПЗ. У нас нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, который бы производит топливо. Они все их сожгли. Так вот, а мы их не жжем. Почему-то какие-то договорники идут. Наши, как и всегда, работают наши канцелярские крысы, которые договариваются с этими по этим процессам, прикрывая российские НПЗ. Они же этим прикрывают. Не наши НПЗ прикрывают, у нас их нет уже. Ни одного работающего. Они российские НПЗ прикрывают. Опять, что на Арахай? Кто на Арахаме вот это прикрытие? Но я думаю, сейчас вот после вот этого уже удара наши генералы найдут в себе мужество наконец-то. Найдут в себе мужество и продолжат санкции Малюка Буданова, продолжат сжечь российские нефтеперерабатывающие заводы и генерацию российскую. А уже как там было на самом деле, кто куда ходил, ну это уже может только догадываться. А була атака на Омський, так, нафтозавод, повідомляли про це російські ЗМІ, і повідомлялось про те, що площа пожежі там склала біля тисячі квадратних метрів, так, перепрошую, і повідомлялось про те, що попри це завод продовжив працювати у штатному режимі. Так це, ну, якби відповідь наша за ось ці атаки, які сьогодні Російська Федерація здійснила, чи це також планова робота? Да нет, ну я же об этом говорю, что пока у нас, по крайней мере, связаны руки были. То есть это, если работа была, работа либо казахов, они нам помогают однозначно. Ну это 2000 километров от Украины, это слишком далеко. 2000 километров от Украины, я думаю, это работа все-таки каких-то либо спецгрупп местных. У нас же серьезная поддержка есть в России. Причем довольно-таки мощное сопротивление сейчас, а мы уже тоже неоднократно с вами говорили, и про ичкерцев, ингушей, дагестанцев, и бурят, башкир, татар, ну и так далее и тому подобное. Омск как раз там по Казахстану. А там свои группы есть, которые могут выполнить подрыв или там взрыв прямо по месту.
Я думаю, это их работа. Может быть, как-то с нашими спецслужбами завязано, но опять же, слишком были в последнее время, слишком заметно то, что мы остановились в работе по российской энергетике. Просто одномоментно стали, буквально уперлись, а это только про бабку. Потому, я думаю, вот в ближайшее время, это же быстро тоже не готовится, это не на раз, два, три. В ближайшее время, я думаю, опять должны наши генералы, еще раз повторюсь, скинуть эти оковы с себя, вспомнить о своей присяге, данной народу Украины, а не канцелярским крысам, и почитать, что там суверенитет, территориальная целостность, на них висит конкретно присяга народу Украины. Потому продолжайте работать по российским нефтяным и энергоструктурам. Міністр оборони наш Умєров говорить про те, що Україна готує відповідь Росії на сьогоднішні удари зброї власного виробництва. От ви, коли почули цю новину, можливо, вже її чули, Романе Григоровичу, про що перше подумали? Ну, мене завжди визиває сміх, ну така зразу не сміх, а така улыбка. Словосочетание «министр обороны Умєров». Ну, не тянет он на министра обороны. Ну, как я на балерину не тяну, он тянет на министра обороны. Ну, вот никак. Потому давайте отвлеченно от этого человека, ему уже давно не место в этой должности, мы это уже видим прекрасно. Мы потеряли Донбасс из-за того, что у нас министр обороны считался Умером. Мы просто потеряли, потому что туда не до поставки боеприпасов и так далее. Мы потеряли страну практически, создали из страны Украина, концлагерь Украина, потому что этот человек Умеров был инициатором того мобилизационного закона, так называемого, который привел к довольно-таки внутренним тяжелым последствиям, еще будут аукаться и аукаться. Потому с ним вот его лучше так за скобки выносить вообще с такого рода действий. Ну, по крайней мере, для меня. Я его не вижу вообще в качестве министра обороны, больше там мешает. Там должен быть человек уровня, допустим, генерала Шапталы или генерала Залужного, генерала Наева. То есть вот это вот министр обороны. Можно было их как-то воспринимать. А вы посмотрите на Умерова, обнять и плакать. Это та же самая картина, как до этого было с этими Лешей золотыми яйцами, как его, Резниковым. Те же самые. У этого, может быть, уже не только яйца золотые, уже может что-то другое уже позолоченное. То есть эти проблемы с этими людьми, далекими от военного дела. И когда из уст этих людей, которые вообще дупля не отбивают в военной теме, у них нет базового образования, начинают не говорить о каких-то великих достижениях в военной теме, ну, это смешно звучит, это как минимум, а в нашем реале, так сказать, иногда даже плакать хочется, тут непонятно, туда или сюда. Потому проблема с Умеровым и с его восприятием как таковым. А то, что мы, допустим, на 11-й год войны, страна, которая в свое время строила ракеты, причем межконтинентальные, баллистические, наконец-то создала какую-то, опять же, никто ее не видел, это как суслики, как F-16, как суслики. Их, они есть, но их не видно, или наоборот, их не видно, но они где-то есть. То же самое и пока создание. Пока это пока разговоры. Работает как таковой нет. Когда сгорит 10 НПЗ от поляницы, допустим, вот тогда будет понятно, что она стала, допустим, в производство выполнять эти задачи. А пока мы даже беспилотников создать там 100, россияне без проблем сотню шахедов создают и отправляют, а мы даже сотню бобров не можем создать и отправить. То есть мы же это видим, там раз только как-то подобились, отправили и выполнили какую-то задачу, и все. Потому и это как раз заслуга вот таких Умеровых, Арахамий, Умеровых, Подалеко, вот этой всей нечисти Резниковых, это тех, которых я почему их нечистью называю, они для меня всегда будут нечистью после того, как они сдали в 22-м году Крым и мой Донбасс, наш Донбасс украинский. Они его сдали просто-напросто Путину, подписав эти условия сдачи, и он до сих пор к ним всех склоняет. То есть, и это проблема, которую они принесли, и они в том числе, не только они, это канцелярские крысы. За ними стояли крысы канцелярские. То есть, вся эта вакханалия, которая зашла во власть, и она сдала практически все. А сейчас они там рассказывают, щеки надувают, что они что-то делают. Они делают все, чтобы, так сказать, не выиграли мы. Потому что понимают прекрасно после
уничтожение России, за них же все возьмутся. И не убегит Умеров в свою Америку, где он там во Флориде, где там его задница сейчас находится. Не убегит он туда, и оттуда выковыривают. Почему? Потому что сотни тысяч людей погибли из-за вот таких Умеровых, Арахами и так далее и тому подобное.